Всем привет, всем доброго дня. Вы на канале компании ТА-ГАРАЖ. И сегодня мы снимаем еще одно видео про достаточно редкий, уникальный автомобиль. Казалось бы, что в нем уникального? Это обычный 61-й патруль. Их таких ржавых ездит по нашей стране довольно много еще. Но конкретно эта машина, она новая. Она 2022 года выпуска. Этот автомобиль мы привезли для нашего клиента сразу прицелом под полную переделку. Естественно, эта машина вызвала некие ностальгические воспоминания, потому что у него был такой автомобиль много лет назад. Это машина с бензиновым мотором объемом 4,8 литра. И я прокатился, могу сказать, что едет довольно бодро. Далеко не 3 литра бензина. Смотрите, внутри. Внутри это вообще такая мечта шейха. Смотрите, новый коричневый салон. В такой машине выглядит, конечно, просто очень классно. И, ну, наверное, странно сказать дорого по отношению к современным автомобилям, к которым мы привыкли. Но вот в этой машине есть свой шарм 100%. За что всегда ценили эту машину? За минимум электроники, за ее кондовость, надежность, крепкость всех деталей, узлов и агрегатов. И могу сказать, именно поэтому мы выбрали конкретно эту машину для постройки такого автомобиля для бездорожья, экспедиционника. Мы отлифтовали подвеску, установили амортизаторы кони, установили 35-е колеса 35-12,5-18 размерностью, шины Nitto Trail Grappler, диски KMC XD Wheels. Также снаружи мы поставили силовые бампера, спереди лебедку, добавили свет. Автомобиль был в белом цвете, и если большинство машин мы красим в Linex, то здесь все-таки решили его оставить в родной краске, но при этом затянули в матовую полиуретановую пленку для того, чтобы машина, все-таки выезжающая в лес, не царапалась. Для того, чтобы автомобиль мог преодолевать броды, мы установили шноркель. На крыше у нас есть багажник с светодиодным освещением по периметру. Также в штатные фары установили светодиодные линзы дальнего света и добавили еще на бампер две светодиодные фары, которые можно включать в режиме ближнего света и не ослепить проезжающий навстречу автомобиль. Когда стоял выбор, какую использовать машину как заготовку для постройки внедорожника, выбрали патруль по причине того, что первое, это все-таки теплые воспоминания о машине, которая была у владельца много лет назад, а второе, патруль, потому что машина действительно очень надежна, причем конкретно этот с бензиновым мотором 4,2, потому как те машины, которые продавались раньше у нас в стране в 2000-х годах, они были в основном дизельные и имели определенные проблемы с надежностью. Сейчас те, кто пытаются выбрать машину какую-то для постройки хорошего внедорожного автомобиля, стоят перед выбором, какую машину использовать как изначально как заготовку. И Nissan Patrol – это одна из тех машин, которую можно купить новой и из нее уже собрать то, что вы хотите. Таких машин осталось сейчас мало. Это Jeep Wrangler, хотя из него внедорожник получается так себе, больше по пляжу ездить. Второй Ford Bronco, довольно редкая машина в нашей стране, но с хорошим внедорожным потенциалом, особенно в комплектации Bronco Raptor. Так что, как вы видите, мы способны реализовать практически любую вашу идею, связанную либо с внедорожниками, либо с американскими пикапами.